Мы говорим сегодня о служении Господу. И мы начинаем это учение. Служить Господу, что это? И для чего это? И зачем это? Откройте вместе со мной 23 главу Исход. 25 стих. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей». Послушайте, друзья, многие из нас, у них превратное понимание или извращенное понимание, что есть служение Богу или для чего нужно служить Богу. Мы служители Нового Завета не буквы, но Духа. И мы не считаем Библию двумя частями. Ветхий Завет и Новый Завет. Это все Слово Божие, Писание живого Бога. И нам брать что-то для себя и что-то оставлять, то, что нам не подходит, так нам нельзя, потому что мы рождены свыше. Потому что для нас, как для рожденных свыше людей, всякое слово, исходящее от из уст Божьих или из этой книги, есть благо. И Бог говорит: служите Господу Богу вашему. Это самое главное, самое важное, что может быть на планете Земля. Я хочу тебе больше сказать, что ты родился для того, чтобы служить Господу Богу. Ты родился на планете Земля, чтобы служить Господу Богу. И Бог тебя нашел через Иисуса Христа для того, чтобы ты поклонялся Ему или служил Ему в духе и в истине. И это очень важно. И у нас есть в харизматических церквях такая проблема, когда мы говорим: Бог, семья, церковь. И мы все это разделяем так, а это не может быть раздельно, друзья. Вот это и проблема здесь. И здесь приходит мало-помалу, вместо того, чтобы уходить к катастрофе с нашей жизни, катастрофа приходит мало-помалу. Потому что мы не понимаем, что мы говорим. А почему не понимаем, что говорим? Потому что у нас неправильное мировоззрение. А неправильное мировоззрение – это неправильное вероучение, друзья. Я говорю сейчас к верующим людям. Бог не призывает тебя одного служить Ему. Он говорит: слушай, служите Господу Богу вашему. И потом он говорит, и он благословит в единственном числе хлеб твой и воду твою. Бог не предлагает тебе служить ему единолично. Здесь также откровение о церкви, новозаветной церкви Божьей. Бог говорит: служите. Он обращается к семьям. Он обращается к народу. Он говорит: служите Господу Богу вашему. Потому что это гораздо лучше, нежели не служить Ему. Многие люди не могут насладиться жизнью, верующие люди, потому что они не вкусили, как благ Господь. Если вы не можете насладиться мессианской или христианской жизнью, мне это говорит о том, что вы не служите Богу по-настоящему. Потому что служить Богу – это есть благо. Потому что есть результат служения Богу. Когда ты служишь Богу, должны происходить в твоей жизни вот эти вещи. Он не говорит, что у тебя не будет скорбей. Он не говорит, что тебе будет все легко там получить и все. Но он говорит определенные вещи, которые произойдут в твоей жизни. Вот здесь вот. Он благословит хлеб твой. Он благословит воду твою.
Он отвратит от тебя болезни. Многие люди приходят в церковь, послушайте внимательно, и они говорят: пастор, помолись за меня. Или приезжает проповедник, помолись. А что такое? Я нуждаюсь в исцелении духовном, душевном, физическом. Друзья, ну я нашел путь к исцелению. Это служение Богу. Послушайте, друзья, есть путь благословения. Основание благословения или основа благословения или гарантия благословения – это наше послушание. А путь благословения – это наше служение Богу. Если мы служим Богу, нам гарантирована защита. Если мы служим Богу, нам гарантирована Его охрана. Если мы служим Богу, нам гарантировано Его благословение. Потому что путь служения – это путь благословения. Бог благословляет служащих Ему. Потому что, когда мы служим Богу, часто мы служим Богу, потому что мы сами хотим это делать. Но я говорю сегодня о служении Богу, когда ты делаешь это из послушания. Не потому что ты сам выбираешь себе какой-то путь, а потому что или Бог тебе сказал, или пастор тебя поставил, или еще кто-то посоветовал тебе, и ты это делаешь, как там написано, взаимоскрепляющие связи в Церкви Божией, потому что все начинается в Церкви во имя Иисуса Христа. И слушай, если у тебя правильное основание и у тебя правильный путь, то гарантировано тебе благословение Господне. Ты можешь быть уверен, что даже когда будет кризис и будет тяжело, Бог сохранит тебя, потому что ты не себе служишь, ты служишь, послушай, я хочу, чтобы ты услышал это, величайшему Богу, который сотворил видимое, невидимое, и который, вот, понимаешь, даже невозможно объяснить на словах. Вот сейчас я хотел бы объяснять, и невозможно за всю жизнь объяснить, кто такой Бог. Ну вот Он такой, Он Бог. Можно говорить, Он свет, Он любовь, Он святой, Он... Понимаете, можно много атрибутов привести в пример, которые есть у Господа. Но ты служишь великому Богу. Он говорит, имя Мое страшно в народах. Послушай, и когда ты Ему служишь, ты получаешь благословение. Когда ты служишь Богу, ты можешь рассчитывать на то, что Он сказал. И тогда, когда будет тяжело, когда будет нелегко, когда будут проблемы, когда будут атаки, когда будут кризисы, ты можешь обратиться к Богу и сказать: «Я служу Тебе». Аллилуйя! «Я служу Тебе». А если ты не служишь Богу, то ты обращаешься к себе, потому что ты начинаешь уповать на себя. Люди, которые служат Богу, на кого они уповают? На Бога. А люди, которые служат, не служат, и то, они только болтают, на кого они уповают? На себя. Давайте откроем вместе сейчас 24 главу Иисуса Навина. Аллилуйя. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу». Давайте остановимся здесь и рассмотрим это место Писания. Библия нам говорит в Петре, что Бог что сделал? Искупил нас не серебром и золотом, но драгоценной кровью Сына Своего, Агнца Своего, Иисуса Христа, от суетной жизни, переданной нам отцами нашими. То есть, друзья, почему мы не служим Богу часто? Потому что этот стих или эти слова буквально не работают в нашем сердце. Мы в суете. Что такое разум в суете? Это когда есть много идолов в разуме. И это вообще одна из первых заповедей. Да не будет у тебя иных богов. То есть, вообще, мы часто, даже сами того не понимая, находимся в идолослужении. Потому что наш разум
наполнен суетой. Но Господь Бог, Отец наш Небесный, искупил нас. Это серьезное слово. Искупил. Он выкупил нас, Он заплатил цену. Я скажу, что мы больше, нежели слуги, как мы вчера говорили с лидерами, мы рабы Господни. Мы принадлежим Ему, Ему Он заплатил за нас цену. Мы не принадлежим себе. И постепенно Бог, освобождая нас от суеты, научает нас послушаться Ему для того, чтобы мы получили благословение. Еще раз. Постепенно, Он говорит, не буду сразу изгонять. Он говорит, постепенно изгоню эти народы, потому что потом полевые звери, это бесы, особенные демонические силы, чтобы они вообще не восстали на тебя, потому что ты не выдержишь. Он говорит такую вещь. Постепенно, постепенно освобождая наш разум от твердынь, от суеты, переданной нам отцами нашими. В чем была их суета? Их суета была в том, что они надеялись на себя, и они все время пытались заработать деньги для того, чтобы прокормить себя, нас, и они все время не знали, что им делать. То есть, смотрите, другими словами, они не уповали на Господа. Мы же сегодня должны изменить тип мышления, мы должны позволить Богу освободить нас через Слово Свое, чтобы буквально произошло искупление не только на уровне духа, но и на уровне души, интеллекта, разума во имя Иисуса Христа, чтобы эти твердыни рушились, и чтобы мы уже думали по-другому, не как наши отцы. Чтобы мы понимали, что если мы служим Господу Богу нашему, это гарантия нашего благословения. Твое благословение зависит только лишь от тебя. Не от Господа Бога. Потому что Бог нелицеприятен. И Он дал благословение всем, скажи аминь. Я часто задумываюсь, почему служителя Божьи, сегодня много есть в теле Христовом разговоров ненужных. Сегодня есть много бунта. Почему служителя Божьи, они там в благословении? Да потому что Бог их благословляет. Понимаете? Потому что Бог благословляет своих служителей. Это истина, понимаете? Потому что я часто с Богом говорю, это не говорится о том, что скорби мы не будем проходить. Служителя проходят скорби, может быть, больше, нежели кто-то другой. Может быть, это просто не видно. Вот вы не видите никогда, вот я вышел, вы не знаете, что происходит в моей жизни там. Вот я же вам не рассказываю, какое давление я прохожу, что я должен проходить, к чему я должен противостоять. Друзья, каждый служитель что-то проходит. Но я хочу сказать, что Бог благословляет служителей, то есть слуг, рабов. Потому что когда ты раб, даже больше, чем слуга, когда ты раб, ты принадлежишь его царству, и ты питаешься из его царства. Понимаешь? И ну, он тебе вот дает, потому что ты его раб. Аллилуйя. Ты никогда не сможешь стать эффективным рабом, пока ты не станешь сыном. Никогда. Во имя Иисуса. Есть рабское мышление, а есть рабы Господни. Все пророки и апостолы, они были рабами Божьими. Я вам хочу сказать, они проходили серьезные ситуации, обстоятельства. Но вы видели где-нибудь, когда-нибудь в Новом Завете, чтобы Бог оставил апостолов? Вы видели, чтобы Он их оставил когда-то? Вы видели, чтобы им не хватало где-то? Да, Павел говорит, я научился жить. Но вы видели где-нибудь, чтобы ему чего-то... Везде Бог открывал ему двери. Если вы хотите открытые двери, друзья, научитесь служить Господу. И слушайте, что Иисус Навин дальше продолжает и говорит. 15 стих, 24 глава Иисуса Навина. Если же не угодно вам служить Господу, то всегда есть выбор. То изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, мы уже разобрались, вот эта суета, недоверие Господу, или богам амореев? Давайте об этих богах поговорим. Что это за боги амореев? Бог привел их в определенную землю,
И там были свои идолы, свои боги. Я вам хочу сказать такую вещь. По идее и по Писанию в Израиле есть единый Бог. Бог Авраама, Исаака и Якова. Но на деле, когда ты смотришь и находишься внутри народа, все совсем по-другому. Они сами избирают себе богов. Но это-то еще полбеды. Но когда это происходит в церкви, вот катастрофа. Теперь, мы не хотим служить богам наших отцов, вы понимаете, я имею в виду тем поколениям, которые не поклонялись Богу. Но нам также не нужно служить этим богам, которые здесь витают в воздухе. Башки я их называю. Которым предались люди вообще в этом мире. Они отдали себя. И он говорит, вы изберите, кому служить. То есть, потому что... Почему? Потому что служить Богу – это по вере. Потому что служить Богу – это не то, чтобы... Это, служить Богу – уподобляться Аврааму. Он говорит, встань, иди. Он встал, пошел, принес жертву. Служить Богу – это по вере. А служить этим богам – это по чувствам. Еще раз, служить Богу – это по вере, а служить вот этим богам всем – это по чувствам. Ты чувствуешь – ты служишь, ты не чувствуешь – ты не служишь. И понимаете, да, все происходит от того, что ты видишь, от того, что ты слышишь, как сегодня ты себя чувствуешь. Поэтому я хочу сказать, если вы служите Богу по чувствам, вот ты себя хорошо чувствуешь, ты придешь послужить Господу нашему Иисусу Христу или пойдешь послужить, а вот себя ты плохо чувствуешь, нет, ты еще не служишь Господу Иисусу Христу. Потому что служить Господу Иисусу Христу – это не полагаться на свои силы. И не полагаться на свои чувства, потому что они обманчивы, изменчивы, чувства. Понимаете, да? А вот если ты служишь Господу по-настоящему, то это по вере. То когда ты даже болен, ты приходишь и исцеляешься. Когда у тебя не хватает что-то, ты приходишь служить Богу, и вдруг какой-то брат или сестра подошли и говорит, Бог мне положил на сердце благословить тебя. Потому что Бог не делает это вот как-то вот так. Вот так упало на тебя с неба и все. Он использует, употребляет сосуды своих, детей своих. И ты удивляешься и говоришь, за что мне это, Господи? А потом еще такое говорят, да ни за что, ты не заслуживаешь ничего. Друзья, я не говорю сейчас о том, что кто-то заслужил или не заслужил. Просто Бог почитает людей, которые служат Ему. Почитает Он. А я и дом мой будем служить Господу. Это то, о чем мы прочитали в 23 главе Исход. Он обращается к ним и говорит, служите Господу Богу вашему. И мы все перепутали. Типа вот, я сейчас пастырь, пойду служить Богу, а моя семья... Служение Богу происходит и в семье, и в церкви, и снаружи, и на работе, и везде. Если мы слуги. И нам нужно молиться о том, чтобы наши семьи были задействованы в служении Богу. Скажите, самое большое, самое лучшее, самое прекрасное для вас, что увидит в жизни ваших детей? Что они служат Господу. Потому что ты уже вкусив это, понимаешь, что если твои дети будут служить Господу, это самое прекрасное. Как это начинается? Это начинается с твоей личной молитвы. Ты начинаешь молиться Господу Богу. Ты молишься Богу, ты просишь Бога, ты открываешь перед Ним свое сердце. Еще тогда, когда они маленькие. И ты даешь им пример служения Богу. И ты начинаешь их задействовать. То есть ты не игнорируешь своих детей. Ты говоришь, какой ты сон сегодня видел? А давай помолимся. А давай прочитаем Библию. А давай это. Все начинается с малых вещей. Они вроде бы простые. О, я уже их слышал, я уже это знаю. Ты делай их во имя Иисуса. Две вещи, которые нам нужно сделать, будучи здесь.
Знаете, вчера прочитал Псалом, вот этот 89-й, это молитва Моисея, раба Божьего, человека Божьего. И он говорит, мы живем 70-80 лет при большой крепости даже. И вообще, что это, труд и болезнь и все. Я подумал просто, это просто как будто бы восстало это место Писания, и оно как будто снизошло оттуда и вошло в меня. И я подумал, что еще есть лучше, нежели служить Богу в эти года? Чтобы это не проходило в изнурительном труде, изнурительном и в болезнях. Потому что Бог обещает, говорит, слушай сюда, слушай, я хочу вам сказать одну вещь. Он говорит, я благословлю хлеб твой. Он говорит, я благословлю воду твою. То есть тебе уже не надо будет пахать по 15 часов для того, чтобы иметь это благословение. Ты будешь работать как нормальный человек 8 часов. Бог даст тебе хорошую работу. Он благословит тебя. Он даст тебе хороших начальников. Он даст тебе хорошее место работы. Бог покажет свою честь и славу на твоей жизни. Есть люди, которые изнуряются, работают на двух работах, на трех работах, не появляются в церкви, не служат Богу. Я хочу сказать, что они находятся под игом фараона. А фараон — это сатана. Потому что они не познали, что служить Богу, он может благословить их и дать им больше, нежели они просят или помышляют. То есть то, что они могут заработать за 15 часов, за 8 часов они заработают намного больше. Потому что Бог благословит их. Кто-то со мной сегодня? Аллилуйя. Бог говорит, благословлю тебя. И я вот подумал, вот этот 89-й псалом, и зачем мне жить в болезнях, если я могу служить Богу и быть здоровым? И он говорит, поспешествуй нам, Господь. В чем? Бог будет поспешествовать только тем, которые служат Ему. Потому что для меня служение Богу – это служение людям. Потому что это нераздельно. Мы в Новом Завете, друзья. Если мы говорим, что мы служим Богу, мы служим людям. Аллилуйя! Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Кто этого не хочет? Кто не хочет этого? А мы смотрим на кого-то, на другого и говорим, он благословил, Господи, а почему же? Что сказала Библия нам по этому поводу? Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, и будешь в благословении, то есть спасешь себя и слушающих тебя. Вот благословение. Аминь. Это благословение. Откройте вместе со мной сейчас Лука. Луки 4 главу, аллилуйя. Посмотрим битву Иисуса с дьяволом. Но сейчас уже он не воюет с ним, потому что он, будучи здесь на земле, просто дьявол пытался искушать его, но у него ничего не получилось. Скажи аминь. Луки 4 главу. Хорошее, потрясающее место Писания. Иисус, первый стих, исполненный Духа Святого, возвратился я от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И дьявол начал там вот показывать ему все. И сказал ему дьявол, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Опять. Бог сказал, если будешь служить мне, я благословлю твой хлеб. Дьявол пытается иллюзии, там, пыль в глаза пустить, как говорится, да? Он все подделывает. Слушай, Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким, что? Словом Божьим. Обетованием Божьим. И слушайте дальше. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее». Обманщик. Он обманщик. Я не согласен. Потому что написано в Псалме, что царство Божье обладает всем. Я вот не согласен, с харизматическим учением, что вот дьявол, он обладает всей землей. Я не согласен.
Потому что тогда это принижает моего Бога, суверенного Бога. Понимаете? Ну не согласен я с этим. Что этот дьявол может сделать, если Бог ему не позволит? Ну он же Бог. Я вам хочу сказать больше. Здесь территория царства. Дома у меня территория царства. И везде, куда я прихожу, я приношу своего Бога. Там становится территория царства. Потому что даже в Танахе было сказано Иисусу Навину, везде, куда поставите стопы ног ваших, вам даю. Вам даю. Поэтому, друзья, не надо превозносить дьявола, ибо забраны у него ключи от ада и смерти. И отнята у него власть. Кто-то скажи аминь. И слушайте, что он говорит здесь. Кому хочу. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся. Многие вот здесь останавливаются. Нет настоящего поклонения без второй части стиха. И ему одному служи. Ты не можешь сказать, что ты поклонник, если ты не служишь Богу. И ты не можешь служить Богу, если ты не поклонник. Это две нераздельные вещи. Это то, что невозможно разделить. Как и народ израильский, он должен был поклоняться Богу Израиля. И как он проявлял свое поклонение? Через служение Богу. Аминь. Также и каждый рожденный свыше человек, он проявляет свое поклонение через послушание и служение Богу. Ибо послушание – это основа нашего благословения. А служение – это путь к благословению во имя Иисуса. И поэтому сегодня, если ты молишься пустыми молитвами, брат, сестра, я вас люблю. Я не хочу, чтобы вы зря тратили свою энергию и молились пустыми молитвами. Если вы просите Бога и говорите, благослови меня, благослови меня, благослови меня, благослови. Есть основание благословения и есть путь благословения. Это послушание и это служение Богу. Тогда тебе не надо будет говорить ему 20 раз, благослови меня. Ты скажешь ему один раз, и он благословит тебя 1000 раз. Во имя Иисуса Христа. И это работает в моей жизни. Я знаю, это работает у кого-то из вас. И Бог хочет, чтобы это работало у каждого дитя Его. Во имя Иисуса Христа. И так и будет, потому что не я за этим стою, не Он за этим стоит, не Он за этим стоит. Бог стоит за Своим Словом. И Его Слово не возвращается к Нему тщетным, но что делает? Исполняет Его волю. А Его воля благая, угодная, совершенная. Во имя Иисуса Христа. И может тебе придется в какое-то время побыть в благой, потом в угодной, но ты придешь в эту совершенную волю, где ты скажешь, наслаждаюсь, Господь, служением Тебе. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет. Аминь.